Ну, поехали. С музыкой, да? Господи. Музыка из Antiverse. Ну-ка. Run 265. Let's go. Интересный старт. Интересно. Ну, мы, очевидно, берем и пикак. Это, я думаю, все же понимают, к чему это идет. И пикак тайм, я... Obviously. О, да, сертификат, подожди, у нас есть победитель, господи, Морозов выиграл. Кто-то еще выиграл, нет? Нет, только Морозов выиграл. Казино, казино на паузе, потому что я новый ран начал. Чтобы мне не засирали фит. Я понимал, где ставки новые, где ставки старые. Сейчас разберемся. Все, я открою. Короче, Морозов выиграл. Морозов, что будем делать? У тебя сапка уже есть, тебе еще одна не налезет. Что будем делать? Сапку или песню? Если сапку, то кому сапку? Можно рандомную музыку давай. Китай, ссылку. Лимит 10 минут и только музыку. Гачи, хуячи не прокатят. Yes, it is the сертификат. Платформа это испанский, который фильм. Вроде смотрел. Вроде подправил. Так. Ну, на самом деле, давайте глянем в этом руму. Если там вдруг и пикак, то я, возможно, беру бомб имьюн. Возможно. Читайте приколы. Такое возможно. Это маловероятно, но такое возможно. Поправь мне, там все нормально. У меня в этом стрике по факту на один ран меньше, потому что у меня не было токена на один из ранов. Я играл один ран Азазелем, потому что Иден был залочен. Лол. Это очень забавный стрик. Бля, осторожно. Да я знаю, я возьму просто Sacred Hearts, ничего другого не будет. Это очевидно. Ну просто если я найду сейчас реально ипикак или бомб имьюн, то я, возможно, все-таки возьму ипикак. Чисто ради рофла. Это работает. О, это работает? Wait, what the fuck? Там какие-то бульканья появляются, но непонятно. Эпикак, да, он будет меня дамажить. Я же говорю, ну, нужен бомб имьюн. Нужен либо бомб имьюн, либо, ну да, какой-нибудь пайра. Это тоже, как бы, тоже бомб имьюн, очевидно. Прислал. Увидел. Нажал. Пошло. Так, главное не сделать ошибку. Еще я буду на фарме, да? Наверное, я весь этаж пройду. Где почти весь. ТМ тренер. Фогерс. А где вообще Сагет Харт? Куда они его запихали-то в этой игре? Так, тут надо очень аккуратно, потому что если возьму это, я проебу здесь все. Аккуратно. Does Brim Trisation do anything cool? I doubt it. Probably not. Слева сверху, возможно. Все, маленько прогуляюсь, маленько. Можно взять догму. Бля, догма это мем, но догма это догма. Догма это не так интересно.
Лакрифаджа? Лакрифаджа вроде нет, наверное. Разве она что-то сделает клевое? И пикак он есть. Кек W. Это здесь, наверное, я вижу полеты, я вижу ангельские айтемы. Ебать, игра троллит. Куда они запихали Sacred Heart? Где? Если нажать Void, Void завойдет... Один айтем или 10 айтем, я не помню. Вот он, нашли. Сакет нашли. О, мега чест. Come on. Come on. Oh no. Oh no. Не сработало. Дайте еще ключ. Дайте еще ключ, там всего один остался явно. Yeah, I know, I saw Sacred Heart, I just want to get more keys to open this fucking chest. Godhead не может быть лучше. Смотри, Айра, давай думать логически, что дает Godhead? Дает хоуминг. Ладно, он дает, наверное, пирсинг дает, но типа, если я не думаю, что он будет лучше. Потому что аура больше с дэмэджем не скелится. А что дает Sacred Heart? Он дает 2-4 мультиплеер дэмэдж. Это довольно много. Довольно сильно много. Рок ботом, лол. Взять второй этот. Трисагион. Ключа нет. Ну ладно. Ну и ладно. Ладно, давайте сюда съебывать. Он смог. Он справился. Это было очень тяжело. Break choice Echo Chamber. Я с Rock Bottom. Rock Bottom could be cool, but... It's fucking slow. Аура дамажит, но там типа аура тоже с дэмэджем твоим больше не скелится. Потому от нее толку никакого нет в этой игре. Godhead стал очень слабым этому. Песня пай. Тирз. Ну и ладно. Найдем тирейт. Соя, ну вот. Как бы и все счастье в этой жизни, а. Соя Godhead. Попрыгунчик это реально, возможно, руинит. Непонятно, что он делает с этим билдом. Может быть, реально и руинит. Это было бы странно, но... Возможно. Так, теперь ищем Тирзап. Две мухи. Вау. А еще я рано взял хп, да, синяя? Поспешил. Я ж не был в этой, не был в Кёрсруме. Это ошибка. Silence. Moment of silence. О, эпика Трейс Эйджин. It's self-life. Здорово. Это просто это. Титер стримов после этой очередной DMC хуни, наверное. Как стримы будут выглядеть на этом твиче? Это камень. Это камень, это карта. Дайте карту. Все карт. Опа. Костяшки. Костяшки норм.
Сейчас потеряю одну наверняка. Я же сказал? Я сказал, что я одну потеряю. Я шел с ней обманывать. И тут же дают лаверс, конечно. И тут же дают лаверс. Спасибо. Спасибо. Своевременно. Интересно, а работает зуб на Трайсейджен? Что-то как-то раньше я не замечал этого. Есть там синергия или нет по дэмэджу. Типа с ножом работает точно. Хоть этого и не видать. Возможно, это флетстоун руина. Возможно, но... хз. Но возможно, реально руина. Возможно, флетстоун все испортил. Кек. Кек-шипы. Реально DPS как-то очень слабенький для 10 дэмэджа. Прям вот реально. Очень странно это смотрится. Может, у меня шоспит высокий? У меня шоспит довольно высокий. 0.95. Это тоже может быть проблема. Шоспит высокий и дэмэдж, что и тирейт говно. Может быть, в этом проблема. Как Фитус с Трисой пашет. Никак. Это веселая сцена текста, то есть мне пизда, да? То есть реально флетстоун говно. Как я и думал, ну ладно. Ладно, хорошо. Ну, в принципе, как бы, не так плохо, в общем-то, из-за дэмэджа. Охуеть айтемы. Ладно, возьму бласт. Бласт? Бласт не до бласт. Не надо. Так, господи, еще бомб. Сколько бомб-то, алё. Время у вас. Тебя разве в Дискорде нет? Я ж там анонс сделал всегда. Стрим. Его почти всегда. Я найду 3 перемена старшей норм. Даже 2 будут норм, я удалю. Даже 1 будет норм, по факту. Я удалю Трисагион. И в принципе... плевать будет, наверное. Просто будем играть нормальным. Они будут тирать херовые. Я, мне кажется, будет хуже без все-таки Трисагиона. Все равно. Наверное. Лев запускать. Справедливо. Дискорде алерт не прохнул. Алерт не прохнул. Жив в Дискорде, алерт не прохнул. Какого хрена? Пеш жалко, но флетстоун. Флетстоун немного руинит. Неприятно. Да будет мем. Лишь бы краша не было, мем-то может будет. Фига, его колбасит. Я бы сам еще гид для Вови, там футболка каждые полчаса пикает. А.
Я в Дискорде заблочил почти все каналы. Мы совсем в муте в основном, кроме буквально пары. В Дискорде иначе никак. Иначе там будут вечные спамы и вечные алерты. Которые не особо нужны, как правило. Есть такое дело. Подрыватель круто. Сакома пашет. Наверное. Там два прока, да, будут. Два за раз. Фу-у-у. Тут неплохо. Вроде прокнул. Так, старс, но не перевернутый. Скам. Shot speed up. Shot speed up? Зачем? Я подумал, это тирзап. Сначала. Фак. Это очень плохо. На. Тебе тоже на. Нет, false PG, я. That would be great. Уберте. Shot speed down, nice. Nice, nice, nice. Откатили обратно. Фиксит. Детонатор может не прокнуть с Трисогионом. В смысле? Что это значит? Библиотека. Чем подошло? Может, просто не было слез на экране, хз. Не, вроде прокает. С виду вроде прокает. Ни одной библии, это да. А, дали буквором, уже грех жаловаться. Червяка взяли. Так, я уже их взрывал, да, по-моему, этих челиков? Еще раз для надежности. Чтобы уж наверняка. Скукожимся. У-у-у. Погоди. Подожди. Зачем нажал? Ошибка. Ошибка. Что здесь? Ладно, спайдер-мудика заберем. Самая бесполезная срань. Бошку под... Трогаем, бошка мне не особо нужна вроде. Хотя наймем, наверное, зачем? Давайте еще больше активок. Спасибо. Другое дело. И благо вешал спидапом, это приятно. Я жестко хп просаживаю. Сколько там хп? Похилились. А типа тушь? Да? Наверное. Тушь, даже какой-нибудь ДД до него нормально бы зашел. Наверное. Тут спид пофиксить. Вариант. Пока. Мальчик на кроме нет.
Не, нормальная тема тут. Детонатор. О, тебе рейд. Хорошо. У тебя боу, что ли? Да, у меня боу с мегатона. Пока еще не слили. Да. Только. Ластик. Хаос. Фак. Бля. Я на диалогах с хаосом. Да ну нахер. Не буду я брать хаос. Уже конец рана почти. Тоже пойдет, наверное. Ага. Клевая рома. Тут мне Брим сильно помог. Куда она улетела? What the f- Ладно. Запушила просто. Сил камень. Ужасно. Где камень? Ау. И вправду. Привет, как гамичек. Опять Брим. Ау. Ключей чудовищно мало, хотя, ну ладно, дали ключ. Ладно, пошли посмотрим эту дайс-руму. Я же не буду рулить билд. А, нет, тут нет рула билда, есть рол пьедесталов. Так, а чё я могу порулить? Там есть ещё рулить? Не особо, да? Да! А, то... Дабл трабл. Легко. Бля, что-то спит. Грустно. Ну, тирейд хочу, тирейд полезно. Да, можно взрывать слезы уже полученного детонатора. Ломать терскап, ну, там далеко еще, хотя, не, уже не особо далеко. Довольно близко по факту. Тык, тык, тык. Потрясающе. Не надо. Ау! Варикоз! Активировался. В общем, сразу завязал сертификат, потому что, не знаю, так захотел. Хотел и пикак плюс бомб имьюн.
проверить. Вдруг бы дали. Было бы смешно. Ебать, та дядька заставляет смотреть рекламу чемпионата Пуп Мобайл. Ужасно. Ужасные рекламы. Лучше опять нам КС рекламируйте. Это был не КС, там был АМД какая-то штука. С этим челиком из КС-а. Симплом. Симплому. Опять забыл, как его зовут. Симпл Димпл. Типа того, предкартоха. Вчера раньше один пупк, это правда. Тоже уже дня три уже вижу этот пупк. Да, Флетстоун руинит. Но не смертельно. Потому что у нас Сакет Харт. Поэтому что? Правильно, нам плевать. В общем и целом. Плюс есть детонатор. Что же упрощает нам жизнь довольно нехило. Ах ты тварь. Ладно. Ну Кол же не руина, правильно? Это личико не ТМ тренер? Какой личико? Дикап Атак? Не, это не ТМ тренер. Это Дикап Атак. Это другой айтем. Это активный айтем. Это отрыв башки айтем. Называется. Ну, детонатор, по-моему, себя оправдал полностью. Весь мой билд — это детонатор. Как же он все эти румы разваливает, особенно боссов. When New World? Probably never, Lovarius. Еще шот спидфа. New World? Это новый WoW, наверное, да? Я не разбираюсь. Я так подумал, наверное, скоро Ларс вернется, или наоборот, вернее. Надеюсь, с ним все нормально, то он, наверное, WoW должен играть сегодня. А то стримов нет уже сколько, несколько месяцев. Но WoW-то играть должен. Здорово, but still sucks. I mean, some people like it, it's fine. It's fine. But yeah, actually, a lot of people playing WoW right now. Same as Diablo 2. Now it's fucking WoW. But I don't think it will stay this way for a long time, though. Just hype, I guess. Когда ворвусь в WoW, я боюсь в такие вещи врываться. У меня уже 10 часов байза, и прикинь, если я начал в WoW играть, и мне это зайдет, даже будет страшно. Нахуй надо. Врыв в Quake. В Quake я уже это врывался на 50 минут. Было дело. Был врыв. Года два назад. Лол, ну спустя нуб, я прошел Quake 3 арену. За 50 минут. Легкая сложность, но это не важно.
Просто... По приколу было просто. Я проходил, кстати, в детстве на Nightmare третью арену. Раза два-три, наверное. Там некоторые карты пиздец душные. Там пизда душные. Особенно все карты, где ты один на один, это просто жопа. Там что-то вообще было больно почти всегда. Начиная, по-моему, с четвертого тира, по-моему. По-моему, начиная с Анархи. Было больно. Там так жестко тебя нахуй снайпили просто. С этой, блядь, рельсы, твари. А, у меня мамские, думаю, что-то хуйня с этими сундуками. Так много стафа падает. Точно. Мамские. У меня 20 дэмэдж. Неплохо. А, нет. Пожалуй, нет. Почти ваншот. Вернее, почти один цикл. Скорее. Три войда из трех я не взял. Почему? Почему не взял удачу? Я троллю. Ладно. Я немножко троллю. Чуть-чуть. Вот это тейк интересный. Этот тейк очень интересный. Очень был сильный тейк сейчас. Файрмайнда, но благо я не взял удачи, поэтому все нормально. По идее, я в порядке. Я там ёбнуло. Подожди, он типа с Брима, что ли, да, ёбнул, да, сейчас? В общем, я, по-моему, ёбнул с Брима. Эти, сплитшот. Интересно. Да, это было бы неплохо сейчас. С перфекшеном. Я, конечно, его быстро потерял бы, но... Все было бы неплохо. Типа, смотри. Будет еще проб? Вот, смотри. А, не. Нихуя, это было не... Бля, это что, это был проб? Или я мог стрелять, что ли, во время Брима? Я могу стрелять с Бримом в это время? Может, и могу. Ладно, все-таки раны прям быстрые. Все равно по 30 минут, или это тоже рано, будет сап 30 минут. Приятно. Старый добрый стрик в сундук. Быстрый и красивый. 265.